что же такое эта русская талассократия? Талассократия — это, исходя из определения, это власть моря, это цивилизация, как государство, вся сила которого, все могущество которого исходит из силы моря. Ни для кого не секрет, что талассократия была, к примеру, Византийской империи. Это была реально морская цивилизация. Наши с вами предки. Все знают высказывание знаменитого Александра III о том, что у России есть только два союзника – армия и флот. Очень мало русских людей сейчас могут представить себя какими-то властелинами морей. Геополитика, она действительно навязала ложное представление о том, что морские цивилизации все как одна. Это торговые цивилизации, а сухопутные цивилизации – это всегда войны, что является на самом деле ложью. Мы считаем, что эта диалектика должна быть полностью уничтожена. Мы готовы разрубить Гордиев узел этой диалектики и построить евразийскую русскую талассократию. Русский человек должен знать название всех ветров, которые могут дуть. Укрощение воды – это наша традиция на самом деле. То есть это буквально то, что находится внутри нас. Мы обязаны покорить моря, и русские люди должны на гражданском, на локальном уровне переселяться ближе к морю и овладевать морской стихией любым доступным человеку способом.